филиале Мурманского арктического университета в городе Апатиты выпускники, теперь уже дипломированные специалисты, в стенах «Альма-Матер» прощались со студенческой жизнью. Общее настроение праздничного вечера – годы в университете пролетели как один миг. Впереди новый этап сложной задачи. Ребята уверены, что полученные в ВУЗе знания и практические навыки позволят открыть любые двери. Какие планы строит молодежь, которая еще вчера корпела над учебниками, узнала моя коллега Анна Белкина. В Апатитском филиале Мурманского арктического университета в этом году 68 выпускников очной формы обучения. Из них 37 получили квалификацию бакалавра, 18 стали магистрами, еще 13 человек окончили специалитет. Перспективы перед выпускниками нашего учебного заведения очень богатые. Они могут выбрать два принципиально, с одной стороны, разных вектора своего трудоустройства, а с другой стороны, схожие между собой. Это производственные компании и, конечно же, наука, которые обе эти части неразрывно присутствуют в нашем Кировско-Апатитском районе. Ряды молодых специалистов пополнили горные инженеры и геологи, экологи и химики, теплофизики и электроэнергетики, а также айтишники. Я желаю и сегодняшним выпускникам удачи, успехов, и устроиться в жизни и, конечно, работать под девизом «На севере жить, достойно жить». И я зову новых студентов для того, чтобы они выбрали именно Апатитский филиал Арктического университета. Во время учебы студенты не только усердно грызли гранит науки, но и занимались спортом, общественной деятельностью. Лучших выпускников, добившихся успехов в различных сферах, отметили на торжественном вечере. В их числе Александра Попова. За 4 года обучения очень все полюбились, преподаватели хорошие. Также общественная жизнь университета была полная ярких эмоций, воспоминаний. Все очень нравится и понравилось. Буду скучать безумно. В этом году дипломы с отличием получили 14 выпускников. Один из них – Роман Воронин. Учеба уже со 2-го курса совмещал с работой в Горном институте КНЦ РАН. Мне очень радует, что я получил образование по своей специальности. Я считаю, что очень даже достойного качества. Буду дальше совершенствоваться и продолжать развивать профессиональные навыки. Эмоции этого вечера с ребятами разделили их родители и даже бабушки. Валентина Викторовна пришла порадоваться за внука и его друзей. Ребята дружат с 1-го курса и все получили красные дипломы. Здесь вот ему все понравилось, и учеба, и отношения, и гордость за него. Мы даже не ожидали, что красный диплом будет. Но вот он старался и молодец. Просто вот гордость. Студенческая жизнь была насыщенной и полной впечатлений. Ребята не сомневаются, такой же будет и жизнь профессиональная. Ведь у каждого из них есть теперь диплом выпускника филиала МАУ в Апатитах. А с ним любые двери открыты.